местечко. Ага. Привет. У Мальстрёма проблемы с киберпсихом. Чувак нужен мне живым, не забудь про это. И осторожней. Мальстрёмовцы чокнутые. С психозом или без. Наш? Все в порядке? Лилит спрятала десятый круг от глаз наших прародителей. Это что за херня? Видит, что-то не так. Надо бы осмотреться. Thank you.
вон там. Ха, что за говно? Ви, у нас гости.
Привет, Ви. Заходи. Пицца остывает. Мы как раз тебя ждем. Садись. Это Роксана. Она работает в облаках дольше нас всех. Привет. Приятно познакомиться. Наслышана о твоих подвигах в облаках. До сих пор жалею, что у меня был выходной. Доедай свою халявную пиццу и дельтуем отсюда, окей? У меня есть другие дела. Как твои дела? Вроде все окей, но как-то очень тяжело. Ты дружила с Эвелин? Да, я ей все высказала, когда она вернулась в облака. Мы думали, что у нее все получилось, что она вырвалась. Но в глубине души я была рада опять ее увидеть. Такой дурой себя чувствую. У тебя до сих пор тут воняет трупом. И так все время, да? В чем секрет? Ты, получается, передумала? Как быстро? Главное, я здесь. Остальное не твое дело. Ты уж прости, но мне кажется, что мое. Если мне нужно в это впрягаться, я должен знать, почему впрягаешься ты. Ты ни хера не знаешь про облака, да? Хироми Сато и прочие боссы Тигриных Когтей слышат и видят все, что там происходит. Что бы со мной было, если бы я орала о своих планах? Кстати, Форест сегодня не вышел на работу. И вчера тоже. Вот черт, интересно, почему? И больше не придет. Не делай вид, что не знаешь, почему. Я? Понятия не имею. Усвой это, окей? Вы там закончили здороваться или нет? Революция сама себя не совершит. Я модифицировала поведенческий чип. Он будет оснащать кукол системой мускульных рефлексов, которая... Короче, они смогут драться как Соло. Потрясающе. Работа над фальшивыми оргазмами, Шельм, не прошла даром. Выйди, пожалуйста. Здесь у меня никто не курит. Ничего, проветришь. Ладно, покурю в окно. Выглядеть будет так, словно тело выполняет заученную серию движений. Мы уже это протестили на Томе. Импульсы чипа подавляют природные рефлексы. То есть человек по-настоящему переживает что-то типа киберпсихоза. Но примерно то же самое происходит и когда мы работаем с клиентами. Не верю, что у этого чипа есть одни только достоинства. Что с побочными эффектами? Полный боевой режим автоматически запускается в случае угрозы. И из него нельзя выйти. Этого я обойти не могу. И это все? Не знаю. Чтобы это выяснить, нужно несколько месяцев тестить чип на кучу народа. Есть еще и моральный аспект. Можно убить человека и даже ничего не вспомнить. Если ты Соло, тебе важно не только правильно двигаться. Нужно настроить мышление так, чтобы принимать решения за доли секунды. Это достигается годами практики.
Сомневаюсь, что твой чип может все это заменить. Наверное, ты прав, но другого выхода я не вижу. На то, чтобы обучать людей, у нас нет времени. Как тебе пришла такая мысль? Я занималась чипом, когда работала в облаках. Он выглядел так, будто его можно легко модифицировать. Странно, как я не подумала об этом, когда мы разговаривали с Майком? И слава богу, в облаках до жопы камеры и микрофонов. Если бы ты такое выдала, тигриные когти приехали бы с отвертками и выковырили эти чипы из кукол. Ладно, покажи, как это работает. Хоть кто-то это сказал. Том? Это я взяла из обучающего Вирта про кунг-фу. Неплохо. Совсем неплохо. Для базарного театра в Кабуки. Прежде чем говорить серьезно, я хочу увидеть то, что может реально пригодиться. Но ведь ты сама видела. Я видела фокус. Теперь покажите драку. Среди нас есть эксперт по избиению людей. Посмотрим, как Том справится с ним. Ви? Только не разнесите мне хату. Я к ней привыкла. Ну, подходи. Что такое? Эй, ты меня слышишь? Ха-ха, что я умею-то? Вы видели? Дыхалка у меня ты так гений, себе. Ты гений, Джуди. Это фантастика. Если продашь технологию, станешь самой богатой Джуди в Америке. Не. На свете и так полно машин для убийства. Я не хочу превращать в них людей. Так что после нашей вылазки я уничтожу чипы. Ви? Если у тебя есть возражения, высказывай. У кого? У меня? Я вообще в ахуе. Довольно? Я редко довольна, но вы меня убедили. Давайте теперь к делу. У вас есть элитный отряд из трех дуболомов и инженера. Что дальше? Мы обезвреживаем всех охранников и тигриных когтей, каких встретим. Обезоруживаем их и выводим на улицу. Оп, и облака наши. Боссам ставим ультиматум. Мы отдаем им процент от выручки, а они больше никогда не появляются в клубе. И никак не участвуют в его управлении. Так я и думала. Безумный и наивный план. Ты не видишь дальше одного хода вперед. Если убить пару лбов из охраны, это ничего не решит. Когти пришлют новых. Надо убирать самого Хироми Сато. Хироми Сато? Кто это? Настоящий босс облаков. Приходит редко, но никто и чихнуть не смеет без его позволения. Когти его уважают и слушаются. Он один из них. Можно попробовать с ним договориться, но шансов мало. Я бы лучше подумала, как его запугать. Где нам найти этого Хироми? В мегабашне. H8. У него пентхаус с панорамными окнами на последнем этаже. Он оттуда почти не выходит. Я найду способ вас туда провести. Том и Рокси пойдут к Хироми? Нет. Надо ударить с двух сторон одновременно. Они займутся охранниками в облаках. Массированная атака. Неплохо. Мне нравится этот план. Майка, я так понимаю, ты с нами?
Иначе я не тратила бы время на разговоры. Ну как, Ви, Том, Рокси, согласны? Вы готовы к такому? Мне надо подумать. Я еще никого в жизни не убивала. А я готов хоть сейчас. Ви? Ты что, реально хочешь согласиться? Мы же не будем рисковать жопой ради кучки каких-то шлюх. Да что с тобой? Я с вами, Джуди. Я же сразу сказал, что помогу. Спасибо, Ви. Оставьте благодарности на потом, окей? Я дам знать, когда организую встречу с Хироми. Мне нужно дня два. Развлекайтесь, пока. Майко, стой! Может, подвезешь? Только если будете ехать тихо, а то опять голова разболелась. Черт. Прикинь, мне страшно, Ви. Кстати, насчет благодарности. То, о чем я тебя прошу, такое обычно никто бесплатно не делает. Я понимаю, ты хочешь помочь, но я готова заплатить твою полную ставку. Это будет справедливо. Джуди, ты серьезно? Что вообще за глупости? Но... Стоп, стоп, стоп. Ни слова. Ви, все нормально? Ви, что с тобой такое? Все, мне уже лучше. В чем дело, Ви? Ты чем-то болен? Помнишь налет, который заказала Эвелин? Мне надо было выкрасть биочип. До конца жизни его не забуду, наверное. Этот чип... Короче говоря, на нем сознание Джонни Сильверхенда. И оно сейчас прописывается поверх моего. Ты это серьезно? Уж куда серьезней. Блять. А с этим можно что-то сделать? Надеюсь на это. Уже поздно, ты устал. Можешь лечь на диване, если хочешь. Да, спасибо большое. Не за что, Ви. Чувствуй себя как дома. Не видишь, что ли? Я занят!
источник загрязнения – ветхие водопроводные трубы, но их замену пока не планируют. Потребление бутилированной минеральной воды позволит избежать заболеваний. И помните, все самое дешевое – Whole Foods. Представители моста сообщают, что поезда на линии М2 будут ходить с большими интервалами. Станция Аройо. Лэр. Ви, готов к следующей гонке? Я на месте. Жду тебя. На твоей поедем? Или мне зверя пригнать? Если хочешь, давай в этот раз на звере. Не затем же ты на эту тачку лоск наводила, чтобы в гараже мариновать. Кто бы спорил. Ну что, встретимся там, на ранчо? Да, я скоро буду. Увидимся. Смотрю машину перед стартом, на всякий случай. Ты никуда не уходи, мало ли. Не боишься разбиться тут насмерть? А с чего бы именно сегодня? Да я не про сегодня. Я вообще. Не сегодня, так завтра. Рано или поздно. Ну, моя подруга на своей кухне погибла. Тостер коротнул с утра. Так что, как говорится, чему быть, того не миновать. Как думаешь, какие у нас шансы? Но главный наш соперник – это Луиджи. А с ним еще и Марго за стрелка. Ну и? Эта баба обожает дырявить колеса. Но ты не забивай голову. Делай свое дело, а спецэффекты я возьму на себя. Извини, мне надо постучать по колесам, пока минутка есть. Давай. Можем выиграть!
попробует. Проедем немного дальше. Зачем это? Надо поговорить кое о чем важном. Окей. Давай вон там присядем ненадолго. Ого. Красивый вид. Да. Мы с Дином любили сюда приезжать. Ты мне что-то хотела сказать. Я тебе говорила про Дина, моего мужа. Он был твоим пилотом, да? Добрее него никого не встречала. Мы дружили еще до моей процедуры. Он принес мне нарциссы в клинику. Сказал, с началом новой жизни. Долго вместе прожили? 12 лет. Дин смеялся, что на 15-ю годовщину наконец уговорит меня на первый имплант. Готовил какой-то сюрприз. А можно спросить, почему у тебя нет имплантов? Мне нравятся машины, Ви, но превращаться в машину я не хочу. Это странно? Немножко. Ну и такое бывает. Только Дин мог бы уговорить меня поставить импланты. Теперь мы уже не узнаем, удалось бы ему или нет. Слушай, Клэр, а почему ты вдруг сейчас про мужа заговорила? Год назад он погиб на гонках, в финале. Но это была непростая авария. Это как-то связано с нашей гонкой? Ну, отчасти. Короче, моего мужа убили. Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмпсон. Редкая сволочь. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть. Дин бесился, когда Сэмпсон выигрывал. Расскажи мне, как погиб твой муж. Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмпсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам.
Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. Ты точно уверена, что это было убийство? Может, это просто твои эмоции? Нет. Я видела, как они ссорились на стартовой линии. Я его уничтожу. Во время гонки? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам, никаких вопросов. Это же гонки. А что, если Сэмпсон вообще не будет участвовать в гонке? Он будет. Этот никогда не упустит случая повыделываться. Он чемпион прошлого года. Конечно же, он захочет повторить успех. Чего ты от меня хочешь? Чтобы я помог его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Ну? Ну, раз тебе это так важно, я согласен. Давай уделаем эту сволочь. Спасибо тебе. Это очень важно. Правда, очень. Увидимся в финале? Да. До встречи, Ви. Сообщают, что поезда на линии 2 будут ходить. Кажется, это здесь. Терпение – ценное качество. О, ты вовремя. Поможешь готовить. А что у вас на ужин? Жамбалая. Привет, как дела? Давай, будешь мешать мясо. А, соевое? Окей. Это древний рецепт семьи Уордов? Угу. Лук, паприка, тимьян. Сейчас еще покрошу сельдерей, затем чеснок, а ты мешай пока. Мешай. Эй, я мешаю, мешаю. Это будет лучшая джамбалая в твоей жизни. Как там дела у Рэнди? Приходит в себя понемногу. Физически ему тяжело. Впереди долгий путь к восстановлению. А психически? Как он? Досталось парню. Ничего не скажешь. Как бы это ни звучало, то, что с Рэнди сделал Харрис, по-своему ему помогло. Я могу ошибаться, но он как будто начал жизнь заново. Я думал, ты шутишь насчет готовить вместе.
Типа Джосс все на кухне сделает, пока мы... Серьезно? Джосс максимум может тебе салат накрошить. А я вот люблю мучить продукты. Просто у меня давно не было такой возможности. Прости, не хочу портить такой хороший день, но я должен спросить. Что там с Питером Пеном? Ты про то, убил ли я его? Давай об этом потом. Да, конечно. Просто... Ну, ты понял. Я понял. Ладно, с размешиванием закончили. Принесешь мне из кухни рис? Есть, сэр. Нет, Рэнди всегда был такой. Но это ему, конечно, не помогло. Вы знаете, с его отцом тоже было сложно. Так, где тут у вас рис? Извини, я перезвоню. Спасибо, что нашел время. Спасибо, что позвали. Ну, как же было не позвать? Отлично выглядишь, Джосс. Да, ты серьезно? Спасибо. Как там Рэнди? В больнице. Еще не отошел от потрясения, но ему уже лучше. Басмати? Все не было случая сказать, как я тебе благодарна. Да брось, это все, Ривер. Я просто помогал. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Если бы Рэнди... Ты ничего мне не должна, Джосс. Что-то я расклеилась. Кстати, рис вот здесь. Сначала помидоры. Теперь можно бросить рис. Есть рис. Хорошо. Пускай немного поварится. Идем. Садись. Бери пиво. Или что ты там пьешь? Мило тут у вас. Да. Как будто все хорошо и ничего плохого не случилось. Расскажешь, что там с Харрисом? Я навестил его в больнице. Ты обнулил его? Я не был уверен, правда ли мне это нужно. Обычно хватает одного выстрела в голову. Я тоже об этом подумал. Это было бы так легко. Я приставил ему пистолет ко лбу и кое-что вспомнил. Ривер? Как умерли мои родители. Точно? Хочешь это слушать? Что с ними стало? Может быть, ты помнишь, у отца Харриса была ферма. У моего тоже, но ее забрали. Родители кое-как открыли небольшой магазин, и мы жили прямо над ним. А однажды ночью нас разбудил шум. Они искали деньги. Касса была пуста, и они пошли наверх. Поставили нас всех на колени и стали спрашивать у отца, где он прячет деньги. Я помню только, как мама плакала, а отец клялся, что у нас больше ничего нет. Один был угашенный в говно. Он выстрелил первым и снес моему отцу полчерепа. Боже, Ривер, соболезную, брат. Его стало колбасить. Он дал мне свою пушку и велел приставить к голове моей матери. Я до сих пор вижу ее заплаканные глаза, полные ужаса. Что ты сделал? Ничего. Меня как парализовало. Когда ему надоело, он вырвал у меня свой пистолет, застрелил маму, и они ушли. Их так и не поймали.
поэтому я пошел в детективы. Кто-то же должен ловить таких упырей, которые расхаживают на свободе. И Джоз тоже там была? Она все видела? Мне кажется, когда она смотрит на меня, она все еще видит мальчика с пистолетом у головы матери. Даже не знаю, что сказать. Ну вот, и когда я пришел в палату и наставил пистолет на Харриса, я почувствовал себя и тем малышом, и торчком, который убил моих родителей. Понимаю. Мне случалось убивать, но так никогда. Это была бы казнь. Я вышел из больницы и решил, что на этом дело закрыто. Это хорошо. А что теперь? В полицию ты уже не вернешься? Стану частным детективом. Пока не думал. Не знаю. Посмотрим. Дядя Ривер, ты сказал, что с нами поиграешь. Ты же нам обещал. Ладно, ладно. Играем. Ви, идешь с нами? Во что будем играть, дядя Ривер? Увидишь. Дориан, мы играем! Большой переполох в Хейвуде. Давай, бери свое. Как? Что думаешь? Всегда хотел сыграть во что-нибудь такое. Вау! Ничего себе у тебя ствол! У нас нет времени на пустую болтовню! Мы должны поймать этого подонка! Кого? А, вот вы у нас кто. Ви, позволь представить. Капитан Джон Маклейн и лейтенант Генри Каллахан. Краса и гордость нашего участка. Лучше не вставай у них на пути. Я работаю один. Исключений делать не буду. Даже для тебя. Да-да, я тоже. О, мне рассказывали о таких копах. Вы одинокие волки. Точно. Заноза в заднице начальства. Смутьяны, которые играют только по своим правилам. Я один раз был отстранен, два раза ушел на пенсию и три раза был уволен из департамента. Я уже слишком стар для этого всего. Ну, что-то всегда заставляет тебя вернуться. Я нужен городу. Расскажите в двух словах, что мне надо знать. В этом городе процветает преступность и коррупция. На улицах днем и ночью царит беззаконие. Не спорю, мы тоже не святые. Даже за полицейскими тянется след из старых грехов. Но городу больше не на кого надеяться. Только мы можем выступить против Эль Чамуко, Эль Диабладо. О, его фиг победишь. Ну, у нас должно получиться. Он самый злобный и коварный преступник в городе. Ладно, давайте начинать. Отлично. Наша задача на сегодня – выследить Эль Чамуко Энди Абладо и избавиться от всех его приспешников. Он ответит за свои преступления. У нас у всех общая цель, но играть будем команда на команду, мы против детей. Выиграют те, у кого будет лучший результат. Ну все, вам не на что надеяться. Эй, Ви, только полегче, ладно? Это их любимая игра. Конечно. Вот он, стреляй! Этот город мой! Вам его никогда не отнять! Он быстрый, но от правосудия никто не убежит. Осторожно! Это его сообщники! Ха! Я стреляю лучше тебя! Очень хорошо. Еще, давайте еще! Сюда! Тут должно
быть их вонючее логово. Отсюда за километр несет моральным разложением. Отойдите, гражданин! Препятствование правосудию карается по закону! Это последнее предупреждение! Полегче, капитан! Я просто мимо проходил! Побили! Побили! Уже недалеко! Держи себя в руках, Калхан! Я не хочу потерять одного из своих лучших людей! Обо мне не беспокойся. Еще не конец. Что, последнее слово? Ладно, так и быть. Посмотрим, как ты умоляешь о пощаде. Нет, ваше последнее слово! О, нет! Опять засада? Ладно, теперь... Обед готов. Мама! Мы почти его убили! Ничего, убьете в следующий раз. Зато мы выиграли у взрослых. Мы лучшие! Спасибо, что поддался. Смотри, как они радуются. Да не за что. Ради детей можно и проиграть. Мне кажется, ты им тоже нравишься. Эй, идите есть, остывает. Ну что, как вы поиграли? Классно! Мы с Моникой надрали им задницу! Кому, бандитам? А? Ну да, бандитам тоже, конечно. Пахнет хорошо. Теперь посмотрим, как на вкус. Увольнение пошло тебе на пользу. Не такой мрачный. Ривер открывает для себя радости семейной жизни. Да, она плохо сочетается с жизнью детектива. Наконец-то есть возможность наверстать упущенное. Я давно уже не видела его таким беззаботным. Кстати, Ви, как у тебя с семейной жизнью? Я же был кочевником, но моя семья распалась. Как будто 100 лет прошло. Лично для меня нет ничего важнее детей. В моей жизни было всякое, но
Даже когда я ошибалась, я всегда находила утешение в детях. Думаешь, я мог бы нормально воспитывать детей? Ну, если так посмотреть, я и сама не очень-то похожа на идеальную мать. Голосуем! Кому так кажется? Ну, решение принято. Код 1199. Прошу подкрепление. Так и быть. Вытащу тебя. Спасибо, Джосс. Спасибо большое. Фух, дело принимало опасный оборот. Вот для чего нужны напарники. Еще бы чуть-чуть, и тебе бы пришлось смотреть фотоальбомы. Вон, смотри. На что смотреть? На водокачку. Отличное место. Отличное для чего? Чтобы выпить и поговорить по душам. Нам... Сука. Опять ворота заел. Когда-нибудь я их починю. Давай ты перелезешь и откроешь их с той стороны. Я тебя подсажу. Не надо. Ого. Хорошо. Ты и сам справился. Просто толкни. С той стороны вроде легче открыть. Ладно. Продолжаем. Район не такой плохой, хотя первое впечатление от него обычно так себе, конечно. Да, не площадь корпораций. Ну да. Но жить можно. Некоторые растят детей в местах и похуже. Только проблема с законом у Рэнди. Ведь не из воздуха взялись. А, да. Блядь! Но Рэнди пошел в своего отца. Он и в хорошем районе нашел бы приключения. Говорят, это худший город для жизни между двух океанов. Но я люблю на него смотреть. Это успокаивает. Согласен. Мне больше нравится смотреть на него отсюда, издалека. Вдали от шума и суеты, я как будто возвращаюсь домой. У меня есть подарок. Твой пистолет? Он у меня уже давно. Даже слишком. Думаю, пора найти ему нового хозяина. Просто нет слов. Только постарайся не прострелить себе ногу. А что, были случаи? Муж Джосс умудрился. По пьяни. Прямо на этом месте. Получается, это место для вашей семьи особенное? Что-то вроде того. А теперь гвоздь программы. Выпьем? А есть лимонад или что-нибудь безалкогольное? Лимонад? Ну, есть. Ты что, серьезно? Ты приглашал меня на семейный обед. Я на пьянку как-то не настраивался.
За дружбу.